Здравствуйте, Людмила Осиповна, спасибо, что вы пришли. Ну, научите нас петь. Да. Сашу в первую очередь. Ну, Саша, горит желанием, да. Хочу что-нибудь такое серьезное, солидное. Говорят так, что есть люди, которые хорошо поют, есть люди, которые думают, что хорошо поют, и есть люди, которые поют, когда им хорошо. Вот я вот к тому последнему. А я к второму, я думаю, что я хорошо пою. Да. И самое главное что? Самое главное расслабиться. Фу, все, я напряженный такой был. Итак, самое первое упражнение. Очень легкое, детское. Боже, не так просто, да? Маленький отрывочек, продолжаем по усложненности. И как вы говорите, так? Нет. Очень спокойно. Ну, с удовольствием. Отлично. А сейчас? Очень легко. И кто говорил, что не умеет? Ты поющая! Да не просто кокетка! Да. Челюсть вниз. Сейчас уже поем. Боже мой, сейчас спою. А ну сыграйте что-нибудь, сыграйте. Просто играйте тему, тему. Тему. Тему, просто, знаете, можно ритм какой-то такой. О! Исполняется впервые. Полная импровизация. Есть только я, замечательная Людмила Осиповна, пианино и музыка. И, конечно же, талант, талант. Прощай, детка, прощай. И на прощание налью тебе чай. И позвоню по телефону, и вызову авто, и проведу тебя до двери, и подам тебе пальто, и поцелую на прощание. А? Прощай, детка, прощай. Прощай, детка, прощай. Прощай, прощай. Прощай, прощай, детка, прощай. Все. Другое. Ну, я думаю, шансоновый. Да. Шансоновый такой. Это тебе подходит. Да, молодец.